Сказку по мотивам известной повести «О коте в сапогах» представили в этом году своему юному зрителю в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Военнослужащие настолько гармонично влились в свои роли, что даже сложно было представить, что перед ребятами непрофессиональные актеры. Так точно они развивали свои образы и тем самым радовали мальчиков и девочек. Мы своими силами, конечно, всегда активно участвуем. С удовольствием для них организуем такой праздник. Вот у нас такие замечательные актеры подобраны. Составляю сценарий, дальше уже по сценарию подбираю актеров, готовим костюмы и сами своими силами их изготавливаем, эти костюмы. Стараемся сделать такой красочный праздник. Работа над спектаклем шла на протяжении полугода. Все это время военнослужащие бригады вместе с работниками клуба репетировали роли, шили костюмы, создавали декорации. Все для того, чтобы маленькие гости не заскучали, а наоборот, веселились и радовались. С Кобринским детским домом военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады поддерживают отношения довольно давно. Мальчики и девочки уже знают самых активных волонтеров соединения. Неоднократно проводятся акции, где военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады собирают какие-то денежные средства, и на эти средства мы покупаем игрушки, канцелярские принадлежности и, соответственно, помогаем данному детскому дому. Вместе с ребятами любимые герои известных мультфильмов водили хороводы, пели и танцевали. Для ребят этот праздник стал еще одним поводом улыбнуться, понять, что они не остаются один на один со своей бедой. Кульминацией праздника стало вручение сладких новогодних подарков от дорогого Дедушки Мороза.